Здравствуйте, Владимир. Это видео про ваш дуванчик. Как видите, все диафрагмы запрограммированы. Каким же образом они будут меняться и на вашей камере? То есть сначала выставляете диафрагму на камере, потом ее же рукой на объективе. Сейчас я упакую одуванчик. Вот это специальная полочка, уголок, калибр. И отправлю вам. Спасибо за внимание.